Итак, течет крыша и замыкает проводку. Жители дома по улице Некрасова в Ростове обратились в областной департамент государственного жилищного надзора за помощью в решении их проблемы. По словам собственников, управляющая компания бездействует. Уже несколько лет в квартирах и подъездах постоянные протечки. В прошлом году жилищные инспекторы выписали предписание управляющей компании об устранении неполадок. Частично работы на кровле подрядчики выполнили, отремонтировали подъезды, но покрытие все равно требует капитального ремонта. Сегодня в ходе инспекции сотрудники департамента вновь зафиксировали нарушения. Составлен акт. Управляющая компания обязуется собрать собственников жилья и предложить включить дом в программу капитального ремонта. В прошлом году сделали единственное, что подлатали крышу, 4-5 подъезд. Вот. Но то, что я увидела после первого дождя, меня, конечно, не порадовало. Во-первых, сразу появились трещины, то есть появились швы, которые плохо заделаны, появилась там вода. По результатам проверки по факту неисполнения будет возбуждено административное дело производства и выдано новое предписание. До полного устранения нарушений будет проводиться контроль. Сейчас составляется административка, дело на рассмотрение направляется мировому судье. Мировой судья уже принимает решение о наказании управляющей компании.